для красноярцев это не в новинку, мы все ходим на столбы, ходить это очень полезно, красноярцы это любят, и я думаю, что сегодняшнее участие в этом мероприятии, оно просто очень таким позитивным, ярким пятном в воспоминаниях останется. Но и в перспективе, я думаю, что мы эту традицию продолжим и будем дальше культивировать это направление. Яркие цвета, белый, красный, синий, наблюдается планета с высоты. Очень интересно, это, ну, разноображивает как-то жизнь. Ну, тут много молодежи, как и СОшников, ну, как-то заряжаешься все равно атмосферой положительной. Ну, тем более спорт как бы, ну, очень связан с Красноярским краем, с универсиадой в 2019 году. Я вот ее очень жду и хочу тоже поучаствовать как-то в ее организации. Ну, это очень круто, когда особенно весь мир участвует в таких мероприятиях, потому что это, во-первых, сплочает, во-вторых, поднимает силу духа, ну и заряжает огромным настроением. Нашу жизнь изменит и тогда континенты, страны, города озарит Сибирь звезда. На самом деле любое спортивное мероприятие — это здорово, так можно с друзьями прийти, познакомиться еще с новыми людьми, найти по интересам друзей, плюс еще это влияет на наше здоровье, и, конечно же, это отличное время можно провести.